прекрасной Новодвипе полтысячи лет назад золотоокий бог жил и радость всем давал. С его учениками в народ он выходил, и счастье, свет и чудо бессмертия дарил. И в Новодвипе жили в те давние времена Джагая и Матхая, два брата, два пятна. Ужасные они были, пугали всех вокруг, грубили, били, пили, никто им не был друг. Ученики Чайтаньи, великий Харидас и Нитьянанда светлый помочь всем им хотят. Помочь им измениться, добрее, чище стать и научиться благость в сердце принимать. Волшебной мантры песню несут ученики, и светом этой мантры их души уж полны. И к братьям нечестивым святые подошли, и милость очищения хотели принести. А люди говорили, что братья так черны, их души полны злобы, погубят вас они. Но, веря в мантру Бога, смиренно поклонясь, ученики Чайтаньи к бандитам прямо в пасть. Джагая и Матхая от злости так страшны, и речи их так горьки, и желчи рты полны. И вот Матхая черный на Нитьянанду тут кусок большого камня он кинул, вот и вдруг, но брат его Джагая за руку вдруг схватил, ударить Нитьянанду еще раз не пустил. И вот Чайтанья солнце в гневе вдруг предстал, и с чакрою светящейся руку вверх поднял. Взмолились братья: «Боже, прости, пожалуйста, нас, и одари же милостью мантру повторять». Чайтанья непреклонный, сияя в небесах, один лишь Нитьянанда прощенье может дать. И братьев же, конечно, простил великий дух, который всех прощает, кто встретится вокруг и мантру повторяет, прощает всех душа, и милость возвращает лишь мантры все слова. И братья изменились, очистились они словами, что в мантре были им даны. Ведь может измениться и жадный, глупый, злой, и с силой махамантры вернуться к нам домой. За все плохое в жизни прощенье попросить у Нитьянанды надо милости просить. И он простит, конечно, и милость подарит, ведь взору Нитьянанды духовный мир открыт. История о братьях должна нас научить слова великой мантры в душе и деле чтить, учителей духовных безмерно уважать и все их наставления душою принимать. Большое всем спасибо! Прекрасные персонажи выполнены художницей Рупи Деви Даси из Одессы. Спасибо всем за внимание. Харе Кришна.